Ставь лайк за 3 секунды, если любишь играть в игры. Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Дони, а также Юрчик. Мы находимся в GTA 5, и это шоу «Битва воров». Здоровки, народ! Итак, друзья, сегодня мы с Юрцом прибыли для вас записывать новенькую серию по шоу «Битва воров GTA 5». Ставьте лайки и не забывайте подписываться на канал, потому что сегодня мы прибыли в очень крутой район, очень богатый район. Именно здесь сегодня мы погоняем тачки, привезем их на базу, а потом пройдем на них и испытания и узнаем, у кого они круче. Разумеется, не забывайте подписываться на канал, это очень важно. И, ребята, стартуем мы на счет 3. 1, 2, 3, гоу! Поехали! Ну, давай, 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 итак, давай. Я врываюсь сейчас пока сюда. Открой забор-то, спасибочки, открывает. Так, ребята, у меня к вам очень важный вопрос. Ой, я пока что-то первое забираю, это что такое? Пик, какой-то внедорожник. Форд, прикольно. Ребята, мне нужно вас кое-что спросить. Какая у вас тачка в семье? Да, на чем вы катаетесь? Было бы интересно узнать. В комментариях пишите. Вот, например, я катаю на Audi. Буквально вот совсем недавно я выложил видео на канале, на своем, на втором канале, обзор на свою тачку. В описании к этому ролику есть ссылочка на канал. Заходите, там буквально вот вышел ролик. Поэтому смотрите и ставьте лайки. И не забывайте подписываться. Там будет очень много видосов разных выходить. Поэтому да. А мы пока с Юрцом угоняем тачки разные прикольные, да? Там уже М5 пригнал, смотрю, да? Yeah. Так, я пока вторую. Это что, полицейская ламба? Полицейская ламбо. Ламборгини. Это, слушай, ну такая прикольненькая. Мигалочки, только мигалочки не работают. Смотрится прикольно, я но... Волгу угнал. Но американская Волга, окей. Открывай забор-то, елки-палки. Так, я ладно. Не шучу, буквально. Ну, сейчас посмотрим, сейчас посмотрим. Фига там, короче, мужик убегает, за ним собака бежит. Прикольно. А, ты тут ту самую, так химикуда. Возможно. Я, короче, тоже тачку привез. Это ламба только. У нас полицейская тачка такая же. Не-не-не-не, я про этот оффроуд. А, оффроуд, да-да-да. Интересненько. Это Форд же какой-то вроде. Ой-ой-ой-ой-ой, да-да, Зилок. Зил 300 сил или как, интересно. Ой-ой, это... Я был прав. Что такое? На загрузке спалил по имени. А, понял. Я так и думал, что это Зилок. А, окей, Зил 300 сил. Так он дрифтовый, что? Дрифтовый Зил. Типа, серьезно? Потому что 300 сил или как? Что он такой? Яма, я не могу на нем ехать. Кстати, даже. Возможно, как Дракстер, да. Яма. Вау, у меня БХМ-8, который заваливается, зачем? Серьезно? У меня Зил, который дрифтит, зачем? Капец, он дрифт. Капец, он дрифт Зил. Алло. Дрифзил. А, кстати, недавно видел фотку из реала такого зилка. Да? Офигеть, он какой-то лютый. У него такие же колеса разбросаны. Ну, да? Ну ладно. А, окей. Не, у того понял? А, странно как-то было. То есть, ну по сути, разлет такой же. Здесь просто закрыли колеса по бокам. А, там, ну мы видим. Колеса такие торчащие, да. Это жестко, это жестко, да. Ладно, у нас тут вот в Питере академик собирал себе такой похожий. Окей, я пока, ребята, забираю Дагестан семерку. Вот это, что здесь, какие-то канистры? Какие-то сноуборды, что такое, непонятно. А, ну, прикольно. Окей. Канистра или сноуборд? Да, канистра, чемодан и сноуборд. Что? А, точнее, даже, ну да, по идее, сноуборд. Так, открывайся, открывай, открывай, открывай заборчик. Я приехал, я забираю сейчас, приезжаю, привожу. О. Четвертая тачка на базе, ребятушки, это неплохо. Окей, поехали, пока прокатимся еще подальше, посмотрим, что там Юрка еще забирает. Возможно, что-нибудь в его краях, что-нибудь там еще есть. Летящий в ночи, неуправляемый. Ой, я заберу, почему бы и нет. М5, да, заберу М5, ребята, BMW, это неплохо, вполне себе. Так, ну-ка, ой-ой, какая она шустрая. А, это самая М5. Это М5КС. О, какая громкая, жесть. Это моя пятая тачка, ребята, пока. Это реально очень даже классно пока получается. Поэтому стартуем, поехали дальше. Как дела, Юрец, рассказывай. Старую сливу или что это такое? Старую сливу? Это Акура, походу, вообще. О, там что-то Юрка там вообще с гольфа забирает, понял. А что ему здесь есть? Ема, ой-ой-ой. Медленно. Для дрифта хорче медленно. Да. Прикольно смотрится. Ема, что я тут нашел? Это прямо вообще круто. Это прямо круто-круто-круто. Круто. Куда это серьезно? Я? Серьезно? А, да, прикинь, что я угнал?
Это Дико, понимаю. Например. Ду-ду-ду-ду-ду-ду. Дико, например. А, это у нас тот самый Мустан, который обалденный. Это неплохо. Итак, это у меня уже получается 6 тачек на базе. У тебя получается сколько? У тебя 5 их? А сколько мне? Подожди. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. У меня 6, да. Окей, окей. А, ты здесь, да, все-таки решил заехать. Давай, давай, заезжай, давай, заезжай, забирай. Поворачивай! Так, на самом деле, ребята, я вот... А, я там проехал, ну ладно, ну поехали сюда, что ли, заедем. А, здесь, а тут байк валяется, здесь был, видимо, да, в этом доме. Ладно, да. Хорошо, хорошо, я пока Ахмат забираю приорку. Это круто, это хорошо. Вау, дрифтовая Ахмат приорка. Вау. Нифига себе, нифига себе. Американцы не умеют делать тачки, все внешне прикольные, а они едут. Реально, да? Ну, maybe. Это моя 7-я тачка, но я еще 2 видел, поэтому я думаю, что я 9 заберу себе в итоге сегодня. Окей, поехали, да-да-да. Давай, пока мы тут врываемся. Есть что там, что прикольненько там у тебя есть, рассказывай. Так, я пока... Джеска? А, понял. Так, я пока здесь Теслу, ребят, забираю. Это Тесла Модель X, получается. Это неплохо. Так, открывайся, заборчик. Ну, в принципе, это 8-я моя, но я думаю, что я еще одну заберу. Там была 9-я тачка, я заберу 9 тачек себе сейчас все-таки. Потому что, ну, а что бы нет? Байки закончились! Байков нет! Серьезно? Да-да-да. Так, стоять! Бот, стоять! Бот, стоять! Ладно, заберу сейчас ботовскую тачку. Так, поехали. Ты думаешь, что она? У тебя 2 джеска, что ли? 2 джеска, прикинь. Серьезно? Приколы. Так, ладно, я сейчас, короче, врываюсь сюда. Здесь вроде была такая прикольненькая тачка, да. Прикольненькая тачка. Мне пришлось пешком бежать за последней. А у меня вот у бота забирал, да. Осталось буквально там капля времени, поэтому поторопись, я угнал реактивный. Что это вообще такое? Что прикольненько, реактивненькое, да. А, забираю. А, там что-то ты забираешь интересненькое, да. Окей. Золотой финик, я поэтому не удержался. Я понял. Итак, что... А, ты золотупим тачку забрал, прикольно. Итак, что в итоге у нас по тачкам? Я забрал Теслу, Приорку, Мустанг, М5, дагестанскую тачку еще, 10-7, оффродкар, Ламба, Зил, а также еще реактивная, ну, пацаны, тачка. Все такое, да. А у тебя здесь 2 джеска, Infiniti, да, и еще здесь какая-то Honda вроде бы, Химикуда, Псупра, М8 и М5. В комментариях пишите, у кого тачки покруче. А пока мы берем быстрые машины, поехали на первое испытание, let's go. Друзья, время для испытания смертельной шашки. Я думаю, что нужно обязательно убрать у этой шахи сверху вот так вот. А номера можно, в принципе, и приделать даже. Стартуем мы на счет 3. Ну, серф, да. А Супра против семерки. Стартуем мы на счет 3. 1, 2, 3, гоу! Так, ты шлифун. Неплохо. Ну, ты быстрее меня, да, или нет? Пока непонятно. Нет. Ой. Не хата тяжелый. Я тяжелый, спасибо, да. Спасибо, братан. Да, расчистил путь Юрцу, да, неплохо. Но вопрос, что будет дальше? Так, осторожно, здесь поворот на... Да, я вижу. Вижу тебя. Так. Не люблю я вот всякие вот эти маленькие бугорки. Ну, знаешь, по скорости мы примерно одинаковые. Ты чуть есть быстрее, такой... но я раньше начинаю. Ну, я тяжелый, но да, я вот сейчас фуру не вынес. Да, поэтому... Ой, это хорошо. А я пока Мансю. Мансю? Мансю. Давай, семеро, разгоняемся, догоняем Юрца. Ну, в принципе, 230 есть под капотом скорость. 220 максималка. Ого. То есть по максималке даже получше себя буду немножко. Разворот, давай. Газ. Не идеально далеко. Время догнать. Надо догнать Юрца, давай. Главное не врезаться, 190, у меня шансы будут, если я не врежусь никуда. Да, есть шансы. 207. Меня кочегарит очень долго. Да? Врезался, но вроде как... Пацаны, нет. Красиво между пролетел, вами, конечно, пролетел. Да, пролетел, хорош. Да. Пролетел, Юрка, ёпта, там хорош. Спойлер слишком большой, цепанул бак. Серьезно? Так, давай. Манси. Я стараюсь без ошибок ехать. Понимаю тебя, да. Давай. Ёпта, нихера, я, конечно, красавчик. Давай. Нет. Пацаны, вот нахера нет, слишком. Фура. Серьезно? Блин. Я пошел на то, что я тормозил, лишь бы не врезаться, не потерять драгоценные секунды. Блин, я там в дрифте фуру въехал, и да, Юра балл зарабатывает. Ну, супрецкая вот такая вот, да, смогла балл заработать для Юрца. Неплохо, да. Записываем баллы, идем дальше. Погнали. Ребята, испытание дерби. Я подумал, что я обязан сделать подвеску пониже, потому что у меня очень высокая тачка, поэтому я сделаю ее пониже, да. А у тебя там что такое? У тебя финик. Это золотой финик на ББСках.
Поехали. Смысл, на самом деле. Давай, let's go, посмотрим. Так, тяжелый ты или нет? Ой, попрыгунчик, таких я люблю. О, нихера у тебя зацеп там так, между прочим. Да-да-да-да-да-да-да-да-да, отличненько. Ну. Сракобой. Да не-не, я пока поеду. Воу. Проеду по тебе. И уеду опять. А ты упадешь? Нет, а я, слушай, нет. Вообще не чувствую победку твою. Блин. Она прям как у Рейда, наверное. Наверное. Жестко. Поехали, раунд 2, let's go. Блин, прикольный финик, знаешь, он не чит, но у него такой зацеп. Йо! Ух ты, нифига себе! Охренеть, его занесло! Чего? Я снял. Давай лофлоп ради интереса. Да. Давай, тоже. Давай, раз, два, три. Ну, мне кажется, ты улетишь просто. У него зацеп, да, хороший, у тебя там подвеска прям очень прыгающая. Да, очень все, прыгающая. Я, короче, улетел. Ну, это ладно, это было неплохо, и это баллы Юрцу опять-таки. Это уже 2-0 по баллам, хорош. Это жестко. Идем дальше, впереди, ребята, будем отыгрываться. Let's go. Окей, друзья, испытание Drag Racing. Это Зил и Химикуда. Посмотрим. О, что? Ёпта. Понял. Стартуем на счет 3. 1, 2, 3, гоу! Прикинь, сколько одно такое колесо стоит? Ну, очень жестко. Дорого. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ни хрена! Что? А по тормозам что? Не завезли, я понял. Нет, нету их совсем. Охренеть, ну я могу развернуться уже, пожалуйста. Шанс, либо нету шанса, я не знаю. Я могу развернуться, пожалуйста. Давай. Ну ты успешный. Ематя крутит. Вообще жесть. Ематя крутит, да. Ну не догонишь уже, наверное, я разгоняться начал. А, нет, догоню! Охренеть, что это было сейчас? Сколько догнал? 600 по самый финиш, чего? Я 300 ехал, что ты понимал. Жесть, это что за зилок? О, он такой, так-то прикольно, сейчас дрифтит неплохо. Окей, ребят, да, удивительно, но факт. Такая вот прикольненькая тачка, записываем баллы и идем дальше. Погнали. Итак, ребята, время для испытания спринт-гонка. Полицейский мустанг неоновый против Джеска. Ехать нам аж 8 километров с лишним. Стартуем мы на счет 3. 1, 2, 3, гоу! У тебя старт хорош. Я еще и тяжеленький должен быть. Ну да. Оу! Неплохо. Оу, тихо. Это там без полетов, давай. Ну, кстати, это ёпта, как пойдет. Ёпта, это что, я что ли его взорвал? Возможно. Где? На дороге, все в порядке, я на дороге, я здесь приземлился, я поехал дальше, все в порядке. Я радуюсь, что Джеска тяжелая! ЛСПД забор, спасибо, спас. Юрка! Куда ты вообще взялся? Я в заборе был. Понял. Я даже газ не жму. Я понял тебя, даже газ не жму, чтобы ты понимал. Она сама едет, она же скорость не теряет, офигеть. Ну она, да, кстати. Так, блин, ладно. Ты почину въехал, даже не почувствовал ты. Так. Ой, неплохо. Мать. Приземлился. Значение настоящее. Има, там фура в воздух улетела. Ты вообще срань господня, по-другому не скажешь. Что происходит? Где вообще? Я лечу кубрем. Там все взрывается. Все, у меня колеса отвалились. Я трубу не вижу. Чего? Что? У меня колес нету. Куда лечу? У меня колес нету. Чего вообще происходит? Где я? Как я себе казался? Я тебя даже не вижу. А, ты понял, где я? Да. Нет. Не понял, я просто сценарий вижу. Да что за бред? Ну, короче, Джеска лучше оказалась, потому что ты просто ехал, я слетал. Ну, Джеска не летает просто. Да. Да, она не летает просто. Охренеть. Ёпта, камушек, еще проиграть могу. Ну я, короче, да не, забей, я просто, у меня колес нет, как я вообще еду, не понимаю, у меня колес нету. Как она едет? Я должен это увидеть. У меня колес нету. Ты взорвался, что ли? Нет, просто три раза нет колес, я не помню, как это получилось, но пропали колеса. У меня есть. А, реально? У меня нет колес. Удивительно, но факт, ребята, нет колес у этого мустанга. И интересности. Да, вообще на изи. Даже не испытать проблем. Ну я хотя бы тоже перелетел в озеро, но ты, конечно, явно выше. Да. Да, ребята, отличненько. Это балл записываем, мы идем дальше. Ребята, испытание, прыжок в длину. У меня это Приора, у Юрки это Хонда. Посмотрим, кто полетит дальше и лучше. Ну, вроде бы, да, Хонда, если не ошибаюсь. Прилюда, если не ошибаюсь, да. А может, Акура. Блин, я тупо не доехал, жесть. Попробую еще раз, может быть, сейчас получится у меня. Вау, но... ты куда? Что случилось?
О, нихера я приземлился, красава вообще. Короче, ехал, никого не трогал, у меня машину занесло. 400 в итоге на прыжке. Пропала дорога, ну ёпарыса ты. Давай. Ну, короче, кое-как я полетел, ты где-то... А, ты там упал. У меня тут 5-1 уже в мою пользу. 5-0, вернее. А, ты с ботами там дерешься? Я понял. Окей, неплохо. Я записываю балл себе на счет, и впереди последнее решающее испытание. Let's go. Ребята, испытание прыжок с горы Чилиад. Последнее испытание, где мы не используем газ и тормоз, только крутим рулем и также свои преимущества используем. То есть у меня есть реактивка, могу один раз ее использовать. И цель пробраться дальше оппонента. Я нифига себе, я полетел. Это без реактивки. Я видел. Чего? Я сейчас, честно говоря, даже в шоке от таких маневров, потому что... Главное, стоп не встать, обидно будет. Охренеть, я лечу, что это? Серьезно, до сих пор? Ну, как бы... Я около дырдочки сейчас, чтоб понимал. Бэха неплохо едет по накату, я первый затор только приезжаю, чтобы понимал. Ты сейчас прикалываешься? Ты припарковалась? Встал дерево, да? Ну, да нет, она в другую сторону припарковалась. А, ну это нормально. А, типа в гору лететь? Да. Давай подрубаем пока за Юрцом. Юрка здесь на М5 своей спускается. Но, короче, ну надо рискнуть. Ребят, надо рисковать, думаю. Хотя я куда улечу-то? Куда я могу улететь? Я могу улететь, типа, наверное, куда-нибудь. Ну нет, тут и дело. Могу наверх, а потом спускаться вниз по новой. Но я не знаю, мне кажется, что это бесполезно. Но если Юра меня сейчас обгонит, то я использую. Но у меня есть шанс. Юрка пока едет, да. 65, 67, 70. У меня есть шанс. У тебя есть шанс, потому что я, короче, если ты понимал, я пролетел все, здесь я даже вот летел верхом, но тупо врезался в дерево и остановился там, получается, вон, видишь, сверху ЖД. А, нет, не вижу. Вон, один. Сверху ЖД, вот здесь. А, привет! Ясно. Короче, я использую нитро, знаешь, поехали. Я знаю, что я бы на твоем месте... Емать, ты улетел. Я бы на твоем месте попробовал бы этот, сбить меня, понял, на ускоряшке, но ты выше оказался. Ну да, там-то и дело, поэтому... Но... Возможно, получится сейчас, ребята, сделать что-нибудь красивенькое. Ну, кстати, теоретически. Тут пока, знаешь, что проблема? Тут обрыв сильный. Теряет скорость она, вот что еще. А здесь обрыв, да, сильный слишком, или что? Здесь нормально, да, если бы левее поехал, то проехал бы. Так, давай. Слушай, вообще не едет, да? Он такая налетающая, да. Ну я все встал. Ладно, ну, твой да. Балл в этом испытании. Друзья, ставьте лайки, не забывайте подписываться на канал. Всем удачки и всем пока. Покеду, друзьяшки.